Приветствую всех любителей фотографии и кино. С вами вновь Сергей Спирин, и сегодня у нас очень творческий и художественный урок. Такие возвышенные достаточно эпитеты, но они не случайны, поскольку на разборе у нас сегодня одна из, на мой взгляд, лучших экранизаций легендарной сказки о Пиноккио. Цветовую стилистику кинофильма хотел бы проиллюстрировать на примере одного достаточно любопытного сравнения, которое мне попалось на глаза сравнительно недавно. Поэтому предлагаю сейчас перейти непосредственно к нашей основной задаче сегодняшней встречи и посмотреть, как сделать из такого исходного файла кадр следующего плана.